Нужно сказать, что в Барнауле не могут издать эти книги вот так, чтобы они были изданы. Это в Горном Алтае. Так, истинно православие, дайте-ка сюда. Вот, посмотрите, пожалуйста. Три строчки. Вот, не знаю. Так, теперь где издают книги? Вот они. Последние. Вот они. То есть эти книги, они находятся в самых центральных библиотеках. Ну, не говоря уже о Шишковке. А мне можно с вами сфотографироваться? Да. В смысле, на свой фотоаппарат? Мы всегда фотографируем. А вот несите. Есть. Давайте я вас сфотографирую. Если будут терять, мы сфотографируем сами. Сейчас мы ее сфотографируем на свой фотоаппарат. Она хочет нас сфотографировать. Так это замечательно. И не нас, а с нами. С нами, да. Спасибо. Так. Вот эти книги туда положить. Я про них скажу немножко. Посчитать. Ну ладно, так, тебе достаточно. Книги все сшитые, не склеены. Вот смотрите, это вот я с Бавариным. Если я назову, вот я с патриархом. Патриарх с кем попало не фотографируется, ясно, что не с улицы. Мэр Баварин. Вот голубятник был, ко мне приезжал. Голубей разбили? У меня три голубятника. Вы вообще надо стоять. Теперь смотрите. Посмотрите, пожалуйста. Для вас мы авторитетны, вот эта бумага, это Шишковка алтайская. Ну, не в двух экземплярах, потому что такая вот, видите, два экземпляра везде по два. То есть это книги уже на супер 10 раз проверенные. Они строго православные. Вот, ну, посмотрите еще минуту. Слава Богу, конечно, потому что меня прокуратура оштрафовала на предмет экстремистской литературы. Да ну, когда я показываю центральную библиотеку страны имени Ленина, парламентская. Ну, списка не было. Это вообще. А много взяли. Так, подожди, где это? Простили 500 рублей. Быстренько зелененький, найди второй том. У нас ее и нету, просто вот, у нас вот списка он. Не было экстремистской литературы. Второй том, это... У нас ходят тоже слуги Иеговы, распространяют, нет. Потом... Это противосектантское. Как беседовать с баптистами, с адвентистами, иеговистами? Почему у нас Божья Матерь посчитает у них? Почему иконы? Я миссионер. У меня многие в доме обратились сектанты, которые стали православными батюшками. Так что мы не просто православные, трудящиеся на поле православия. У меня православный лагерь детский, 40 лет я начальник. Без помощи государства. Тысячи детей поднять. Это сегодня вообще не знают. Вот эта вот книга, вот это наши, мои беседы лично с Александром Менем. Ну а почему вы не хотите с батюшкой нашим пообщаться? Я позвонил, он рядом живет. Мы сейчас отсюда просто вырываемся, мы уже опоздали. У нас времени абсолютно никакого нет. То сегодня мы заехали уже с 4-е место. Да еще с машины, да с сервиса, тут пропутались сколько времени. Батюшке поклон передайте. Хорошо. От моего брата его отец Иоаким звать, он протоиерей. Может быть, они вместе служили даже так. Вот. На снимках везде вы это все увидите. Особенно с детьми. Без помощи хорошо, государства... Хорошо, на сайт потом зайдем. Да. Без помощи... Там о нас 530 роликов только. О нас снятые фильмы государственные. Вот, обо мне. У меня прозвище Златоуст Потеряевкин. Первое место в России фильм получил. А второй фильм первое место на международном киноконкурсе. Это вообще на дороге валяется. Никто это, их уголов не знает, а тут знает почему. Со всего мира буквально приезжают люди посмотреть, как можно такой короткий промежуток времени это все сделать. А мы говорим, русские еще таланты. Дайте возможность молиться и трудиться. Нам не надо то, что-то они говорят Запад. Это Запад нас тут раздел, ходит голые. Русский человек всегда отличался целомудрием, красотой, взаимопомощью. Так, все. Быстро уезжаем, успеть бы до потемок только. Ну, я говорю, может вас чаем напоить? Нет. Я благодарю вас. Понимаете, хотите, да? Вот насколько нам это все дорого. Вот я. Спасибо вам большое. 38 книг. Каждая книга... Ни акта, ничего подписывать не надо? Вот так бумага. Вот. Вот она. Я крутился. Сейчас. Рапортовался. Да. Так вот, вы только на меня информации вылили. Да, но я просто не могу. Вот видите, какой вначале ответ поступил. Что финансирован? Нет. И тогда я решился
каждую библиотеку подарить деньги. Так дело в том, что нам на комплектование деньги-то не дают, ни с районного бюджета. Это я знаю, поэтому... По программе нам идет культура Алтайского края, и все, но это минимум, но минимум. Я у нас 17 знаю. Библиотек на периферии. Но в этом вы поверили, что Алтайская правда пишет? Ну, я читаю Алтайскую правду. Это всегда. Не подзаборная желтая какая-то. Так, давайте я распишусь, и вот здесь ручка у меня. Возьмите. Ага, вот оно. Еще себе, еще чуть-чуть не проехал. Есть ручка там? А я взял уже. Дал, то есть. Сегодня какое число? 18. 19? 18. Вот сюда запишите, пожалуйста. Число распишите, если штампик. Где число? А то вам останется, вы сами заполните. Вот здесь вот. Так, подождите, вот, библиотекарь. Название еще нужно. А здесь, если можно, более, так, понятно, четко, какое село Кытманово, Алтайский край. Они, никто не верит, это вы бесплатно сидите там на Алтайке, они облепили. Это мое решение. И думаю, что вот мы за 2 года на 1 100 000 подарили только. И число. Так, видно, ну, Алтайского края. Пишу. Отлично. Вот. Сегодняшнее число и печать. Здесь мои телефоны все. И когда зайдете на сайт, а вверху написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Там 1300 тем. Ну а в Mail.ru это я только в октябре буду. Там 1000 фотографий. Все, спаси Христос. Спасибо. Так, и не твоя ручка? Моя. Просьба, давайте, ребята, ни грамма не задержится. У нас темнота, просто застанет дороже. Может, на выходе все вместе сфотографируем. Давайте сфотографируем. А правда, я не по форме, как дома ходила. Да понятно, мы налетели на вас. Да. А я в огороду только ходила. Хорошо, что вы выше, а то мы еще подарили. Эй, здорово. Нам подарили. Вот это старая вещь. Игнать Иванович, забыли. Надо же раз. Ты кто еще раз посмотри, не забыли ничего. Это я даже знаю. Это, вот это все в земле нашли. Это нам сегодня принесли и подарили на выставку. Так он это бутово, все забутили людей. Так, а тут нету. А у вас это написано, что Кытманово? Да, вот здесь, вот, да. А. Ну, давайте все встанем. Давай. Вы такие интересные, бородатые. Давайте. Ну, на мой фотоаппарат сфотографируйте. Да, сейчас, на наш потом. Давайте я вас закрою, фотографируем. Ну, вы знаете, я говорю, можно... Вот. Вы же вот тоже это, уже с посохом не ходите. Как раз и ходим, у нас нет, вот, вы с посохом же тоже не ходите, я нас, можно уже и скидку сделать, что нельзя там с губами накрашенными в джинсах женщине ходить, ну, ну ладно, ладно. Так, ладно. Немножко так. На наш, это на наш. Михаил, подавите. Я вас просто... Ты лучше пониже фотоаппарат опусти, чтобы таблетка была. Прям в скале, еще ниже. Ты сделал, Миша? Да. У нас все было видно. Спасибо. У вас совершенно другой статус с этими книгами в библиотеке. А библиотека для меня важнее, чем администрация. Без образованного человека ничего нет, ни церкви, ни где. Моя жизнь прошла на это. Вот за 8 лет у меня вышло 38 книг. Я за компьютером провел больше 30 тысяч часов. Я же, видите, там сам верстал, сам набирал и в фотошопе еще работал. Мне 74 год. Я вот хотела спросить, сколько вам лет? Я детей, начальник детского лагеря 40 лет. Я забываю, не о возрасте, еще не знаю. Чужих детей, откуда только не было, разные национальности. Без помощи государства 40 лет ни рубля не было. Тысячи детей ходят. Об этом пишут, говорят за рубежом. Я говорю, начинайте каждый раз. Все еще идет. В общем, не худеться. Нам что? Ты молись и молись.
Мы встаем сейчас в 4:40, нормально. А дальше рабочий день. Ну, у нас, как бы мама нас приучила, мы спать-то не ложимся без молитвы. Батарейки садятся. Все, с Богом. Всего доброго. Давайте, быстро. С Богом.